дубль номер два. Всех приветствуем на нашем канале. В гости к Жанне и Сергею. Сено наше, сенокос продолжается. Да, Сергей? Да, друзья, всем привет. С вами Сергей и мой оператор Жанна. Вот, сегодня первый день моего отпуска. 15 июня. Вот так вот я его провожу. Значит, тут у нас кострец растет. Мы его весной подкормили. Вот. Погода раньше не дала скосить. Его вот тут вот положила. Немножечко от посадки. Значит, его положила. Ну, а так, в общем-то, нормально. Сколько у нас соток? 30 соток? Да, 30 соток. Этот покос у нас порядка 20 лет. Ну, каждый год мы ухаживаем за ним. Если где-то борщевичок появился, мы его уничтожаем. Подкармливаем. Как правило, селитры аммиачные. Видео мы вам... Да, ранее показывали, да. Друзья, вот по поводу вот этих вот двух делителей. Пока что идет вообще шикарно, ничего не забивается. Даже если полегла трава, ну чуть если забилась, чуть-чуть назад, поп вперед и пошел. Не как вот раньше. Я брал палку там, вперед-назад, это вот бульдозерил, вытаскивал. Все. Кому просто... спасибо? Все, проблема. Олег мне подсказал. Хотя и знал об этом, но он как бы подтолкнул меня. Спасибо ему большое. Олег, привет еще сегодня. Вот так вот. Косим на моем помощнике мотоблок Нива МБ-2, на который я добавил еще две скорости. Три выходит. У меня получается 4 вперед и 2 назад. 2 пониженных и 2 повышенных. Вообще удобно. Вот если густая трава, к примеру, моторчику тяжело, бах на первую пониженную. Чуть полегче пошло на вторую пониженную, повыше которая. Вот два рычага. Вообще класс. Ну что, друзья, поехали косить. Высота какая, кострец. Больно.
хочешь. Нет, вот бурьян. Немного полегло. Погода в этом году, уже не один раз говорили, дождей очень много, буквально второй день. Солнышко, можно сказать, жара. Но все равно нормально. Рядочки видны. Ну, жара сегодня, не привыкли мы к такой погоде. Первый день такая жара. Ну что, друзья, боялся я, что сено положит, а его положило. Погода не давала, дожди поливали все время. Его положило, закрутило. Ну, как-то надо делать работу. Косой что-то не хочется косить. Все-таки техника есть. В году, по-моему, ты косил, да, косой? Тоже положил. Косил. Ну, косой мне, как правило, уходило дня 3 косить. Вот этот вот кусочек дня 3 уходил. Кострец, да? Да, кострец многолетний в этом году хороший. Ну, вот погодка немножечко подкачала. Ну что там тебе, сколько тебе там еще осталось? Немножко? И еще, я думаю, минут на 40 покрутиться. До посадки. Да. Ну, конечно, есть не прокосы, не без этого. Она лежит, но никак ее не поднять. Ну, ничего страшного. Ну, а вот эту полосу проехал бы тоже. Крапиву я прокошу. Тут была посадка, но она как бы наклонилась. Вообще, это не посадка, уже это наступала. Был огород. Да, раньше был огород 20 лет назад. Все это люди побросали, стали по чуть-чуть сажать, стало невыгодно. Вот, и выросла посадка. Мы вот тут чуть-чуть. Метра 3, наверное, да, вырубили. Вырезали, все убрали. Ну, вот бурьян растет, надо его немножечко подкосить. Но там я косой, потому что там пеньки
боюсь роторку повредить. Вот так вот, друзья. Ну что, друзья, всем, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Наш канал обо всем буквально. Пишите комментарии, мы на все ответим. Всем пока-пока, до новых встреч.